На территории города Хасаюрт за 2016 год зарегистрировано 31 преступление по статье 208. Это организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, раскрыто из которых 5 дел. Силами правоохранительных органов в городе Хасаюрт в сети интернет выявлена и пресечена деятельность 20 человек, распространявших материалы с признаками пропаганды террористической деятельности. При антитеррористической комиссии муниципального образования создано 5 рабочих групп по профилактике терроризма. Постоянно действующей рабочей группой по противодействию идеологии терроризма при антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасаюрт было проведено более 70 бесед. В результате спецоперации убито 3 человека. Вот эти 3 человека, они состояли на профучет. Из них один работал в колледже, агроэкономическом колледже. Мы запрашивали за неделю до того, запрашивали характеристику на него. Мы получили очень такую хорошую характеристику, что пору можно было наградить. И вот непонятно, почему с такой характеристикой этот человек в тот день оказался там. Кроме того, было отмечено, что за прошедший год созданной при антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасаюрт межведомственной рабочей группой по противодействию идеологии экстремизма, в состав которой входят специалисты субъектов профилактики, общественные и религиозные деятели, а также представители правоохранительных органов. Были проведены 43 беседы по противодействию экстремизма и терроризма со студенческой учащейся молодежью, трудовыми и родительскими коллективами. По итогам обсуждения работы антитеррористической комиссии была признана удовлетворительной, но учитывая складывающуюся обстановку в городе Хасаюрт в сфере профилактики терроризма, считать приоритетными задачами антитеррористической комиссии города Хасаюрт на 2017 год. В завершении заседания был рассмотрен вопрос хода исполнения решений Национального антитеррористического комитета в городе Хасаюрт. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».